значение имени Карим. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Для этих людей присущи сильные лидерские качества. Они часто берут на себя роль первооткрывателей в различных сферах деятельности, имеют огромный творческий потенциал. Буква Р в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.